Андрей Владимирович – водитель. Трудовой стаж около 36 лет. Работает в одной из транспортных компаний, которые занимаются пассажирскими перевозками в нашем округе. Сейчас, в период пандемии, он выполняет нелегкую, но почетную задачу – доставлять врачей в больницы, где они работают, и на вызовы к пациентам. Говорит, что в день бывает по 25-30 рейсов. Честно сказать, конечно, страшновато, потому что с врачами общаешься. Тоже рассказывают много и, как бы сказать, контактируешь с ними, и они заходят и к больным. Мы помогаем врачам — совместный проект с Министерством транспорта и здравоохранения Московской области. В компании «Стартранс» в нем принимает участие еще 34 водителя, которые работают посменно. Каждую машину тщательно обрабатывают специальным раствором. Обработка производится не менее 3 раз. Одна обработка – это, так скажем, самая большая, самая тщательная. Она производится здесь на базе. После того, как водитель приезжает с линии, с маршрута и оставляет машину на мойке, ее обрабатывают там в районе 30 минут это происходит. И также водитель во время своей работы на конечных остановках и там во время перерывов обрабатывает автомобиль сам. Это, для этого у него все необходимое оборудование и средства присутствуют. Транспорт для перевозки медиков выделен на весь период повышенной готовности, а в случае его продления руководство «Стартранс» обещает рассмотреть вопрос о продолжении акции. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».